В Бердске состоялась общегородская зарядка в рамках всероссийского спортивного марафона «Сила России». Цель проекта – пропаганда спорта и здорового образа жизни. Я всегда говорю, что Бердск – это самый спортивный город Новосибирской области. Вы видите, что 400 человек откликнулись на наше приглашение. Мы замечательно 15 минут перед рабочим днем провели время, взбодрились и теперь с новыми силами начнем работать. Приветствую город Бердск. Спасибо большое за приглашение. С огромной радостью передаю привет от регионального совета сторонников партии «Единая Россия». И мне остается пожелать вам доброго, крепкого здоровья, позитивного настроя, хорошего дня и бодрости духа. Спасибо вам! Взбодриться в начале дня сегодня решила не только молодежь, но и люди золотого возраста. Нехитрые упражнения дарят легкость и хорошее настроение, говорят бердчане. Тем более, что многие регулярно занимаются спортом. Первый раз сейчас? Первый раз. Ну, мы ходим в группу здоровья постоянно. У нас тренер Сергей Михайлович. Мы ходим каждое. Я уже 5 лет хожу в группу. А чем там занимаетесь? Что делаете? Дыхательная гимнастика. Китайская гимнастика. Цигун. Я, к сожалению, впервые на этом мероприятии. Я просто восхищена и думаю, почему это раньше я не принимала участие в таком мероприятии. Городском тем более. Зарядку для бердчан провела тренер по художественной гимнастике спортивной школы «Авангард» Алена Козлова. Также специальным гостем мероприятия стал бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, двукратный чемпион мира по боксу Михаил Алаян. Не только Бер самый спортивный, но и мэр города у вас самый спортивный. Да? Друзья, на самом деле, я не открою вам никакого секрета, да, что зарядка, вообще спорт заряжает энергией и просто передает хорошее настроение. А еще и можно стать чемпионом мира, олимпийским чемпионом. Поэтому в добрый путь всего-то делов-то, да? Бердчане после зарядки получили заряд мотивации на занятия физической культуры. Организаторы преследовали цель сделать спорт доступным и желанным для каждого жителя. И у них это успешно получилось. Бердская биатлонистка Виолетта Волкова в этом году триумфально выступила на зимней спартакиаде учащихся в Сочи. Она заняла первое место в индивидуальной гонке на 7,5 километров. Спортсменка закрыла все 20 мишеней без единого промаха. Мы приехали туда за неделю до начала соревнований, проводились много тренировок и приехали туда раньше за счет того, что там высота большая и к ней надо привыкнуть, но мне, в отличие от других девочек, там намного легче бегать на высоте. Спортивный талант в девушке заметили еще в школе. Сподвигла заниматься спортом ее учительница физкультуры. Первым тренером по биатлону стал Вячеслав Вилков. Он уверен, что Виолетта родилась уже спортсменкой. Начали стрелять, на лыжах кататься. И потихоньку, стрельба у нее очень хорошо шла. Но это, я говорю, врожденное. Это кому что дано, это не отнимешь. Это, я говорю, выпадает случай один из тысячи, чтобы такой человек попался. Вячеслав Кранидович шутит, что победа Виолетты на спартакиаде для него стала подарком. Она выступила 29 февраля, на следующий день после его дня рождения. Сама биатлонистка говорит, что не ожидала, что станет первой. Соперники сильнейшие. Загадывать побед не нужно, а просто упорно тренироваться. Надо очень долго готовиться, так как держать равновесие с винтовка, которая весит от 5 и больше килограмм, не очень легко. Также мы тренажим каждый день по минут 30, просто без патронов. Виолетта говорит, что единственная в семье занимается этим непростым видом спорта. Родные активно поддерживают ее. Девушка – кандидат в мастера спорта. На этом останавливаться не собирается. Мечтает стать мастером спорта. Этим летом Виолетта Волкова принимала участие в спортивных сборах в Уфе и в Новосибирске. Впереди еще одна подготовка в Тюмени. А уже в августе предстоят соревнования Сибирского федерального округа, которые станут отборочным этапом на всероссийский уровень. Каждое лето бердские спортсмены выезжают на природу, чтобы не терять форму за летние каникулы и подготовиться к новому сезону. Тренируются воспитанники бердских спортивных школ на базе спортивно-оздоровительного центра «Орбита». Здесь общую физическую подготовку проходят баскетболистки в возрасте 11-13 лет. Мы иногда бегаем кросс два раза в неделю. Два раза в неделю силовые и эстафеты бегаем по полю, по песку тоже бывает. Дети здесь и тренируются, и отдыхают в
время проводят интересно, с пользой. В свободное время с ними работают вожатые. Вожатые проводят различные программы, мероприятия, конкурсы. Вот сегодня у нас будет конкурс «Мирс Орбита», где девочки примут участие. Помимо баскетболисток, в лагерь приехали борцы греко-римского стиля. Ребята еще совсем юные, в возрасте от 8 до 11 лет, но уже выработали тренировочную дисциплину и выдерживают серьезные нагрузки. Первая цель – сделать базу на весь год физическую. Вторая цель – чтобы дети отдохнули, от своих телефонов отлучились, здесь природа, покупались, воздух, совсем все по-другому. Режим, 5 раз питание. Сон час. Сначала привыкали, тяжело им. Сейчас они влились нормально. Сейчас уже друг друга подгоняют. Ну, то, что мне и надо. Юных спортсменов ежедневно в 8 утра ожидают пробежка и специальные борцовские упражнения. Затем первая полноценная тренировка, на которой борцов ждут уже другие специальные физические упражнения. На второй вечерней тренировке спортсмены играют в футбол или бегают. Ребята признаются, бывает трудно, но, как говорится, тяжело в учении и легко в бою. К тому же без развлечений спортсмены не остаются. Бодрость духа и позитивный настрой – залог продуктивных тренировок. На тренировках иногда бывает тяжело, а по вечерам мы с другими ребятами из других корпусов играем в баскетбол. Мероприятия проходят вечером. Дискотеки всякие разные, еще что-то делаем. Такая подготовка для бердских спортсменов проходит каждый год. В лагере ребята отдыхают и набираются сил для новых спортивных свершений.